Песков ответил на жалобы артистов о бедственном положении из-за пандемии. Он должен был сказать, вы что, охерели, артисты, посмотрите, как народ вообще в жопе живет. Да, но каких-либо мер поддержки артистов в связи с их жалобами на бедственное положение из-за пандемии коронавируса не планируется. Ну, еще бы, они же не являются там Тимченко, Ралдугиным там, и так далее, этим семьей Мишустина, да, которую от налогов освободили, и прочим, Че помогать им? Артистам. Ну, тем более, они и так кланяются, там, любят очень Вову Путина, да, там, всячески демонстрируют свою лояльность, в доверенные лица табуном записываются. Понятно, что нахер они нужны. Они не нужны. Вообще ручные никому не нужны. Они бывают нужны какое-то время, там, вот во время выборов там, их собрали, да. Они там что-то попели, поплясали. Ну, нормально, пошли нахер. Песков ответил на вопрос об иске Навального. Вы знаете наверняка, что мы никакие судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня. Это не комментарий, это и есть комментарий. Когда не хотят комментировать, говорят без комментариев, да? А этот комментирует. Но я не комментирую, говорит. Я комментирую, но не комментирую. Захарова осадила заплывших буржуазным жирком деятелей. Это откуда у нее коммунистическая риторика-то появилась? Мне много хотелось сказать всем этим коммивояжерам от политики, диванным аналитикам, заплывшим буржуазным жирком деятелям и так далее. Откуда у нее коммунистическая риторика буржуазным жирком? Да они, сука, зажирели, падлы, блядь. Ну, я думаю, что нет проблем. Она хочет такую риторику. Мы тоже давно уже так говорим. Она ее получит где-нибудь на Индигирке с Колымой. Она буржуазным жирком не заплывет. Кайло ей дадим, и все, и вперед. И будет это светлое будущее дорогу рубить. Лавров заявил, что восстановление уважительного диалога РФ и ФРГ оздоровит ситуацию в Европе. Да? Ну, там Навального отравили, к вам его привезли. Да, давайте теперь оздоравливать ситуацию. Молодец, Лавров, вообще просто отличный.